Друзья, хочу рассказать вам одну историю. Не так давно я сломала ногу, лежала в больнице. И, листая соцсети, мне попался такой пост, что нынешняя молодежь не поймет выражение «плачет девочка в автомате». И со мной в палате лежали взрослые женщины и одна девчоночка, первокурсница, совсем молоденькая девочка. И я ее спрашиваю: «Людочка, а вот ты знаешь, что такое, тебе понятно выражение «плачет девушка в автомате»? Знакомо тебе такое выражение?» Она говорит: «Нет». Я говорю: «А что ты представляешь? Вот плачет девушка в автомате. Какой автомат ты себе представляешь?» Она говорит: вот игровой автомат». Говорю: «А о телефонном автомате ты не слышала ничего такого?» Она говорит: «Нет». «А песню ты знаешь с такими словами, слышала?» Она говорит: «Нет». В общем, полное просвещение я ей провела и песню эту послушать дала. Нашла, и она была очень удивлена, открыла для себя новое. Говорю, вот такую загадку: придешь, выздоровеешь, придешь в институт и загадай ее своим однокурсникам и послушай, что они тебе будут отвечать. Представляете, действительно, наши дети представления не имеют, не понимают таких выражений. Плачет девочка в автомате. И, кстати, многих-многих подобных выражений из того нашего советского времени они не знают, не понимают. Для них это чужая жизнь.